Всем привет! Сегодня у нас распаковка первой посылки от компании Avon. Ну, давайте посмотрим, что у нас пришло. Значит, первое, что пришло, это новые каталоги на ноябрь. Фокус на ноябрь. И вот такие вот буклетики рекламные. Там тоже хорошие акции. Дальше по заказу. Заказали у меня литровую пенку для ванны. Зеленое яблоко. Аромат очень вкусно пахнет. Мне нравится. Женская бритва. Кстати, бритва очень хорошая. Ее я себе брала. Проверенная. Кисточка. Заказана. Заказан вот такой вот. Как он? Органайзер называется. Органайзер для шампуней. Это я себе взяла, чтобы проверить, как, потому что на работе нужно, чтобы была такая вещь. Следующее, что заказано, это гель для душа Senses. По хорошей цене при покупке одного средства, любого из каталога, то есть можно купить маску. Значит, у меня с органным маслом. Таких две, потому что эти маски очень хорошие. И также две с кератином, комплексом кератиновым. Далее заказали роликовый дезодорант Persif и Wild Country. Далее заказан красный лак. Давайте сейчас посмотрим, как он выглядит. Это новинка. О, симпатично смотрится. Кристаллики должны быть. Потом обязательно накрасим и посмотрим, как он будет выглядеть. Далее заказали вот такой вот инструмент для лица. Заказали два карандаша для глаз. Как он правильно называется? Я, честно, с переводами с этими тут запутаешься. Карандаш для глаз Диамант в двух разных расцветках. Вот такие расцветки. Открывать не буду, это все клиенты заказали. Далее заказана вот такая вот тушь Ультра. Так, еще пришли готовы ли вы к Рождеству? И еще Avon бонус. Кстати, в этот раз очень много всякой интересной бумажной продукции. И следующее, что у нас пришло, это пробники. Бесплатные пробники для золотого консультанта, которым я являюсь. Это у меня Ombre Ardent Artistic Perfumiers. Максима. Классическая пробничек. Пробничек серума. Серум очень хороший, поэтому я беру пробнички с собой. Всегда можно взять, если куда-то надо ехать. Далее, Old All Grandeur. Тоже Artistic Perfumers. Пробничек крема D-витамин. И один еще пробничек духов. И духи у нас называются Elite Gentleman. И также октябрь – это день рака груди, и нас, и компанию заботит о здоровье. Вот такая, вот такой вот буклетик тоже лежит. Потом буду все, тут надо все читать так внимательно, изучать. Вот такой вот получился первый заказ от компании Avon. Следующий уже формируется. До встречи!